Не так часто в наших аквариумах встречаются холодноводные рыбки, хотя некоторые из них очень популярны, например, золотые рыбки или кардиналы, однако абсолютным большинством были и остаются рыбки из теплых стран мира, так сказать, теплолюбивые рыбки, для которых температура воды играет важнейшую роль в их жизни, и без приемлемой температуры не может идти речь о здоровье и долголетии. Сколярии, неоны, коридоросы и прочие популярные рыбки нуждаются в температуре от 25 до 30 градусов. Встречаются и рекордсмены, например, рыбка гороруфа, для которой приемлемая температура начинается от 30 градусов и выше. В наше время обогреватель для воды не проблема. Сотни самых разных вариантов есть в каждом профильном магазине. Легко заказать через интернет, легко устанавливаются и не требуют к себе ухода. Установили и забыли. Но среди этих бесконечных вариантов есть новинки. Самые современные, с самыми передовыми технологиями. Про одну из таких новинок в этом видео. Ультра Хетер. Технологии развиваются и каждый день внедряются в нашу жизнь, тем самым облегчая наш труд. Кажется, не так давно появился водопровод, а мы уже и не представляем свою жизнь без мобильных телефонов. Обогреватель, о котором расскажу в этом видео, не просто провод с грелкой. Он имеет микропроцессорную систему управления. Обогреватель Ultra Heater появился в 2020 году и внешне очень напоминает своего предшественника Easy Heater, но разница в них есть и существенная. Давайте обо всем по порядку. Ultra Heater обладает системой One Touch, которая состоит из одной кнопки. С помощью этой кнопки устанавливаем нужную нам температуру. Эффектно смотрятся индикаторы, не так ли? По ним видно, какую температуру выставили и какая температура в аквариуме на данный момент. То есть обладателям этого обогревателя уже не нужно покупать термометр. И это, конечно же, очень большой плюс. Диапазон температуры, который возможно выставить от 20 до 33 градусов. Многим важна точность температуры. Тут плюс-минус 0,25 градуса. Я считаю, это очень хороший уровень. Но, пожалуй, самая важная и крутая фишка этого обогревателя – это микропроцессорная система управления, которая сама подбирает минимальный уровень мощности нагрева, необходимый для поддержания заданной температуры воды в аквариуме. То есть при необходимости микропроцессор сам без вашего вмешательства увеличивает либо уменьшает мощность с целью поддержания заданной температуры. Благодаря этому колебания температуры воды в аквариуме значительно ниже. А это, как мы все понимаем, очень круто для многих аквариумных жителей, ведь проблемы, в том числе и скрытые, с теми же рыбками, никогда не появляются на пустом месте. При этом все аквариумисты знают о том, что возможны проблемы из-за перепадов температуры, но, как правило, на нее мы обращаем внимание в последнюю очередь. Помимо этого, естественно, благодаря микропроцессорной системе управления, логично, что прослужит такой обогреватель дольше. Об этом говорит и сам производитель. Стоит отметить, что эта микропроцессорная система стоит не на всех обогревателях Ultra Heater. До 25 литров и до 50 литров не имеют микропроцессора, у остальных он есть. На данный момент другой информации я еще не встречал. Линия Ultra Heater представлена 6 моделями мощности от 25 до 200 Вт и 3 варианта длины. Обратите внимание, насколько тонкий этот обогреватель. Соответственно, места в аквариуме он будет занимать не так много,
Правда, крепление, на котором обогреватель будет висеть, также имеет свою толщину. Корпус обогревателя не бьющийся, сделан из экологичного прочного пластика. Именно поэтому такой обогреватель будет просто идеальным вариантом в аквариумах с крупными рыбками, в акватеррариумах, например, с красноухими черепахами. К тому же его не обязательно держать в вертикальном положении, можно и в горизонтальном, на тот случай, если в террариуме воды немного. Ну и напоследок напомню, что компания AquaEL свою продукцию производит не в Китае, как многие бренды, а в Польше. Надеюсь, видео было полезным и пригодится тем из вас, кто только планирует покупать обогреватель или собирается его обновить. Всем удачи и до встречи в новых видео на канале PAR.